Привет, 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 господа и дамы, с вами, конечно же, Морж, новая игра на моем канале, которая прохождение которое я буду писать. Видосик по PES сегодня уже вышел, надеюсь, вы посмотрели, оценили. Кстати, наверное, надо на первом канале больше рекламировать второй, а то что-то я постоянно забываю упоминать видео. Значит, что ж за игрушечка? Игра от создателей Assassin's Creed, как я прочитал в интернете, где я буду эволюционировать. Эволюционировать из обезьяны, судя по всему, в человека. Если честно, я хотел бы эволюционировать из бактериюшки и сам выбирать, в какое животное. И вы, конечно же, знаете, в какое животное я бы хотел эволюционировать. По-моему, здесь ответ очевиден. Конечно, я хотел бы стать, сука, утконосом. Не знаю, зачем я хотел бы быть утконосом. В принципе, стать утконосом – это моя мечта с детства. Игру эту мне подарил мой подписчик, Саша, спасибо тебе, ты просто взял, нашел мой Steam, я про него даже никому не говорил, и преподнес мне ее в подарок. Ну что ж, раз такое дело пошло, естественно, я не мог пройти мимо, надо обозреть, надо посмотреть, что здесь, как, чего и куда. Начнем с графики, так, с высокая, хорошо, меня это устраивает, и давайте глянем управление. Контроллер, нет у меня контроллера, я буду мышоклавой играть. Клавиши. ВАСД, понятно. Подумать Е, понюхать Q. Общение правая кнопка мыши. Движение пробел. Направление взаимодействия левая кнопка мыши. Концентрация интеллекта. Спать Z. Бросить, выбросить, дать С. Сменить руку. Походу я буду сначала одинокой обезьяной. Режим изменения предметов тоже пробел. Короче, как обычно, нахрена нам русским людям инструкция. Будем разбираться по ходу. Новый род, да, название рода. Конечно же, моржата. А как еще? Давайте подтвердить. Режим игры новичок, а других нет. Ну, типа, наверное, потом можно будет когда-нибудь сложное. Так, помощь в игре. Все элементы худ, полное обучение. Все элементы худ без обучения. Минимум элементов худ, полное обучение. Полная свобода. Ну, давайте, ну, не знаю, необходимые, например. Пол. Самец. Я еще тот самец. Самец. Давайте, начинаем игру. Посмотрим, что за мартышки и что тут нужно делать. Я посмотрел трейлер этой игры на Ютубе. И, короче, она какая-то очень странная. Это как бы выживалка, но ты как бы мартышка. И нужно всякие использовать палки. Ну, блин, по-моему, это должно быть круто. По крайней мере, это должно быть точно весело. Ух. Давненько я не писался на второй канал. Что-то тогда вот у меня каждый день видео. Да, ребят, метро, DLS-ку пройду я, до всего у меня дойдут руки. Просто от такого я, естественно, я не могу отказать подписчику, который говорит, на тебе игру, обозри ее. Он потратил деньги, поэтому его желание для меня закон. Тут я отказаться не могу. Ну что за долгие загрузки? Что ж там за такой мир прям мне грузит, что оно так долго? Ну, какие-то клеточки, ну, вот, давайте смотреть. Основано на реальных событиях, сука, самая тупая фраза в начале игры, конечно. Окружающий мир и его обитатели лишь прототипы, относящиеся к тому или иному месту и периоду времени, а не их точная копия. В основу игры положены, блин, я не успел прочитать. Разработчик, компания, понятно, а именно, хорошо, я рад, что все эти имена разработчиков здесь указаны. Для меня очень важно, я потом каждому напишу в Facebook, какая у них охерительная игра. При участии Бедарт, Гирадин и Эстепьер. Композитор Коба. Коба — это кличка Сталина подпольная. По-моему, это намек. Сейчас вы узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Здесь можно построить тоталитаризм? Тоталитаризм у обезьян. Это бесконечная история развития человеческого рода на нашей планете. Вам придется полагаться только на свое тело, органы чувств, интеллект и голос. Становитесь сильнее, развивайте свой род. Род. Ну, не род. Учитесь противостоять силам природы, обучайте семью и строите жилища. Удачи! На нас особо не надейтесь. Да я понял, что мы не пиздатика из города. И помните. Эволюция — это не развитие по шаблону. Вы сами выбираете свой путь. А как же не ешь желтый снег? Это, по-моему, стандартное. Самое главное правило в жизни. Не ешь желтый снег. Так, с рыба. Еще одна рыба. Еще одна рыба. Рыбу схватила... Аист, наверное. Ну, только какой-то такой себе аист. Африка 10 миллионов лет назад. О, макаки уже сидят. Ну, графончик, так себе скажу, конечно же. Змеюка, сука, я не люблю змей.
Ой, блин, он сейчас мартышку сожрет. Надеюсь, это не я. Ой, спугнули. Что-то змея сильно как-то долго мартышку атаковала. Крокодил. Вот за крокодила бы я поиграл. Это реально интересно. Эволюционируешь из крокодила. Так, это какие-то африканские. Понятно. Все друг друга жрут. Дохлая рыбка. И крокодил с птичкой. Блин, это пантера. Пантера, нахрена тебе нападать на крокодила? Какой смысл? Тебе за него даже экспы не дадут. Ты что, его жрать будешь? Не будешь. Тупая пантера. Ой, тупая пантера. Окей, вот такая вот длинная заставка, чтобы показать мне, что в этом мире все друг друга жрут. Я знаю. Я знаю, я работаю в компании на большое количество людей. Я знаю, как все друг друга жрут. Земля без людей, часть первая. О, это я, наверное. Какой красавчик. А у меня еще и прицеп. Так, вроде пол я выбирал самец, но что-то я не вижу первичных признаков того, что я самец. Интересно, мартышки едят рыбу? Ну ладно, это шимпанзе. Шимпанзе едят рыбу? Ну или что-то типа шимпанзе. Опа! Хрена себе, а чё она такая здоровая птица-то? Орлы как во Властелине колец, блин. А, я, наверное, маленький. Вот оно чё, это мой батя был. Ну или мама. Так, вернитесь в безопасное место укрытия или в поселение своей стаи. Так, судя по всему... Ага, бегать я могу, понятно. Это меня глючит, да? Типа, все мне кажется страшным. Хорошо, а где оно? Не расскажете мне? Ну, понятно, я маленькая мартышка, и мне очень страшно. Прыгать. Дерево. Давайте лучше по деревьям передвигаться, потому что, ну, явно, короче, на деревьях не так опасно, как внизу. Интересно, игра просто, ну, как бы линейная вот по вот таким заданиям или нет? Хорошо, с этого дерева мне куда? Ну, ладно, на выше полезли. Здесь я, явно я, если упаду, то убьюсь. И тут, как я понимаю, еще и будет крафт и всякое такое. А куда я лезу-то? Куда я лезу? Главное, зачем я лезу? Ну, типа, понятно, что... Где у меня какой-нибудь указатель? Интеллект! Давайте используем интеллект. А, так, там какой-то квадрат. Нюх. Нюх. Наверное, я ничего не чувствую. Давайте интеллект. Ну вот какой-то квадрат. Может быть, мне туда на... А, стоп, вот раз, и квадрата нет. Короче, судя по всему, я немножко тупенькая мартышка, и пока у меня интеллект... Ай, блин, ну, прям в экран не работает. Слезь вот сюда. Давай в ту сторону пойдем. Давай еще раз используем интеллект. Интеллект. Это квадрат или не квадрат? Он просто, когда я спускался, он исчез. Давай слух. Позвать. Эй! Эй, господа! Я тут на дереве, и, короче... Ну, блин, слазь. Я не хочу убиться, мартышка. Ну что ты делаешь? Ну ладно, хорошо, за деревья ты цепляешься. Почти Спайдермен. Мне страшно, понятно. Спускайся, 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 спускайся. Такс. Опять интеллект. Интеллект. Вот, вот так вот есть квадрат, а вот так вот нет квадрата. Что это за дела? Хорошо, ладно, идем к квадрату. Потому что я больше не знаю, куда идти. Так, главное не убиться. Главное не убиться... Иначе от моей мартышки останутся... А, ну тут особо не высоко. Ладно. Тут, блядь, ну не пугайте меня, я понимаю. Мартышке страшно, мне тоже страшно, если бы я был мартышкой. Было бы. Блин, хотя бы, если бы я сам попал в джунгли, я думаю, мне бы тоже было невесело. Хрен его знает, тут же всякие ядовитые ебаки точно есть. Такс. Давай-ка интеллект, подумаем. Куда нам? Где квадрат-то был? Квадрат был вот там вроде. Но я его не вижу.
Так, есть река, я ее вброд перейду, или там какие-нибудь крокодилы сидят? Что у нас с крокодилами? Или по камням надо прыгать? Ай, блин, ай! Так, мартышка, не тони. Оп. Не, показалось, я думал крокодил. Ну, интеллект. Куда идти? Встать, ну встань. Ага, вон, вижу. Вот туда, наверное. Давайте, ломимся через кусты. Я надеюсь, тут на меня не какая-нибудь херня не нападет. Ну, типа, это ж только начало игры. Дайте мне... Еще раз интеллект. Вон, вижу квадрат. Понял. Идем к квадрату. Мартышка передвигается в заданный квадрат. Опа, это тут квадрат? Нет, квадрат вот там. Высоко где-то. Спрятаться, ну окей. Ага, вот сюда мне, наверное, и нужно было. Хорошо, я нашел убежище. Ладно, следующая катсценка. Найти пропавшего детеныша из вашей стаи. А я теперь кто? День второй, год нулевой. Интеллект. Может, у кого-то можно а что там? Смерть. Какая-то трава. Люди. Давай концентрацию сюда. Привет, мартышка, можешь с тобой поговорить? Ну, типа там, напугать, схватить. Где тут разговаривать? Гво! Взрослая особь-самка в паре. Партнер Гош. Бутуф. Да, познавательно. Познавательно, что вообще? Могу прыгать. Могу не прыгать. Могу копать, могу не копать. Интеллект. Это мартышка. Ну, концентрируемся. Что это? Опознать. Растущий нейрон. Запомнить. Ну, запомнили. Или не запомнили. Хорошо. А в той стороне что у нас есть? Вон есть какая-то трава. Давай сконцентрируемся. Опознаем. Текущее поселение стаи. Хорошо. Вот здесь у нас что? Концентрируемся. Опознаем. Запоминаем. Ну, запоминай. Вопрос. Запоминаем то, что это вопрос. А детеныша там нигде искать. А вот то что такое? Концентрируемся, ну. Слух, понятно. Расскажите мне идти так, в какую сторону? Вот туда вот, на череп, просто тут других как бы показателей нет. Ладно, давайте посмотрим, что это такое. Схватить. О! У меня дрын появился, да? Дрына можно навалять? Вот маленький мартышка. Нести на спине. Не хочу его нести на спине. Маленький мартышка не заслужил. Какой-то карты, судя по всему, здесь нет. Нейронная сеть активна. Классно. Блин, куда же-то идти? Ладно, вот там вот есть черепок. Может, мне туда? Ну, по-моему, черепок должен, скорее всего, намекать, что мне там наваляют. Но у меня есть палка. О! Напугать, осмотреть. Ну, допустим, концентрируемся. Что здесь? Запомню. Мартышка где-то внизу, маленький мартыш. Потому что, ну, у него там река была, то есть это вряд ли где-то наверху. Давайте спускаться вниз. Ты сможешь здесь спуститься, мартышка? Или ты убьешься нахер? Ау-ау-ау-ау! Вроде выжил. Ну ладно, выжил так выжил. Вот-вот-вот, где-то тут. Блядь, ну чё ты падаешь? Ладно, ты не теряешь ХП, хотя я вообще не вижу у тебя ХП.
Так, интеллект. Здесь какая-то херня растет. Но я точно переходил реку, и меня сносило... А куда меня сносило? Вправо или влево? Запомнить. Хорошо, пошли посмотрим, что здесь. По-моему, меня сносило вправо. Значит, против течения реки. Надо искать где-то. Так, лягушка. Вон, лягушка. Напугать, осмотреть, осмотри. Тут, блядь, со всех сторон звук. Я ни хера не услышу. Хер его знает. Ну, тут же что-то можно было подобрать, нет? Осмотреть. Интеллект. И тут нужно все опознавать, на всем концентрироваться. Запомнили. Типа сначала наметить себе цель, а потом уже... Давайте все запомним. А. Ну типа, а что здесь? Я хочу что-нибудь оторвать. Нюх. Нюх, 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 нюх. Ладно, сносило меня вправо. То есть мартышка, скорее всего, на той стороне. Мартыш маленький. Порогов я что-то не помню. Вот таких больших хрень я тоже что-то не помню. Кажется, мне... Что-то я думаю, что мне... Да, отъебись-то от дерева. Я думаю, мне вот куда-то вот туда. Почему-то я так думаю. О, укрытие. Во-во-во. Пацаны, я нашел маленькую мартышку. Охерительно же. Вот если бы только камеру еще можно было чуть отдалить, а может можно? Так, зовут меня Гош. А, то была моя телочка, кстати. Партнер Го. Бутуф. Это типа мои... А, это, судя по всему, мои дети. Так, а того вроде орел унес. Нет? Ну ладно. Так, видимость элементов на худ максимальная. Хорошо. Мне бы это... Подальше... Камеру можно как-то? Кадры без ограничений. Ладно, ясно, понятно. Графика, звук, управление. А, ну может в управлении есть. Как отдалить камеру? Предназначение клавиш. Концентрация интеллекта. Спать, бросить, сменить руку. Ха, у меня есть женщина. Мне она не нужна. Прекратить действия, настороже, тревога, показать задачи, пауза, пропустить. Короче, хрен, я камеру отдалю. Но, если что, запомнили, меня зовут Гош. А мою жену Гво. Погнали забирать чьего-то детеныша. Судя по всему, не моего. Типа, моей женщине что, детенышей мало. Привет, мартыш. Успокоить. Да успокойся. Чё-то я так странно его успокаиваю. Ну, успокоил. Осмотреть. Концентрация. Да я знаю, что там детеныш. Опознать. Ну... Хорошо, растущий нейрон, органы чувства. Что дальше делать-то? Ну, успокойся. А, может он, короче, боится моей палки? Я могу без палки. Блин. А, вот шкала какая-то. Типа, он должен ответить на мое... Все, мартышечья семья в сборе. Ну, в смысле, шимпанзешечья семья. Маленький моржонок в теме. Давайте, теперь надо, судя будет по всему, обратно двигаться. Добраться до поселения. Такс, интеллект. Я поселение свое отмечал. Вон оно. Вот так вот. Ну что, вот туда вот. Концентрацию как сделать? Мне вот туда. Блин, там же высоко нафиг. И мне нужно по скалам карабкаться, в общем-то. Давайте по вот этим штукам попрыгаем. Погнали, погнали, волосатые жопки. Ща я как заэволюционирую. Основная цель игры — эволюционировать человека и начать играть в PES. 100%. Где-то на среднем уровне развития можно начать играть в FIFA. Ну, примерно где-то дня через 3-4 реального времени. Мартышки. Да, я люблю такие шуточки, но на самом деле ничего против фиферов не имею. Каждый играет в то, что хочет. Давайте вот туда. Здесь вряд ли я
прям по отвесному склону поднимусь. Вот я только не понимаю, что это в центре экрана, короче, пульсирует. А вот это сожрать нельзя? Давай схватим. Да, схватывай. Цветок. Осмотреть. Концентрация, ну. Опознай, что это такое. Ну, запомни, что это такое-то. Ну, хорошо, я рад. Типа, я опознал, что это за дерево или как? Давай, давай, карабкайся. Ну, карабкайся. Из тебя потом человек... О, я типа принесу своей мадам ребенка чужого и цветок. Чтоб она особо не напрягалась. Круто же. Блять. Мартышка, что-то ты какая-то у меня не очень ловкая. Я хоть в ту сторону пиликаю. Так, а ну вон, да, вот там вот люди. Ну, в смысле, мартышки. Здесь же, здесь. Или это просто одинокая какая-то мартышка? Ну, вижу. Просто мартышка. Ну, мне бы вообще бы как бы... О, типа... Ляньте, ляньте, ляньте. Медочек. Медочек с пчелами. Наверное, это, короче, круто. На самом деле. Где, блядь, мой дом? Он должен быть отмечен вот таким треугольничком опознанным. Это кто, моя жена? Или нет? Или не... Вот, 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 наверное, мой дом. Хорошо, концентрация. Текущее поселение стаи. Вот, запоминай. Вот, вот, вот туда мне. Давай, аккуратненько. Все? И... А, я квест выполнил. Я думал, я убился, нахер. Все, мартыши, честь им, я в сборе. Сейчас мы соберемся и начнем писать рэп. Вон, ребята уже флексят. А, это моя самка? Чё-то у нее с грудью, по-моему, как-то так себе. Ну вот, мне что-то так кажется. Чё ты меня нюхаешь? Где ты был? Бегал, но почему ты совсем не пахнешь? Он доебалась, ой, доебалась. Женщина, отстань. Да, я тебе принес чужого ребенка, но это твои проблемы. Как бы, это не мои проблемы. Быстрее предков. С удовольствием. Только что делать-то? Новая задача. Сможет ли пройти ваш путь эволюции быстрее предков? А мне теперь нужно его на спине постоянно таскать или как? У меня вон цветок есть. Цветок можно бросить. Ладно. Вот есть травка. Давай осмотрим травку. Да травку осмотри. Ну, типа... Типа, ладно, типа, хорошо. Иди там мне куда? Поселение стаи. Ладно, давайте сходим в поселение. У меня тут должно быть что-нибудь, типа... Ну, склада там, например, мартышечьего. Привет, обезьяна. Иди за мной дать. На тебе травку. А, так, стоп, это взрослая самка особь, но это моя женщина. Судя по всему. Давай, женщина, взять... дать. На тебе травку. Ухаживай. Давай с тобой поухаживаем. Ну. Ау-ау. Оформившийся нейрон общения. То есть мне как-то здесь, короче, нейронные связи надо набивать. Мне нужно исследовать мир в первую очередь, как я понимаю. И вот всякие нейронные связи будут набиваться. Ну, давай вот это вот исследуем, например. Концентрируемся. Опознаем. Запоминаем. Что это такое? Что здесь можно взять? Это камень. Хорошо. Я понял. Так камень схвати. Нет, не надо. Блин. Схвати камень. Камень. Осмотреть. Осмотрели камень? Запомнили? Можно его швырнуть? Вот маленький еще ребенок есть. А можно этого со спины скинуть как-нибудь бы? Короче, как-то я не очень интересуюсь камнями. Вот осмотреть. Концентрация. А, вот концентрация. Опознаем. Опознали мартышку. Ладно, у меня есть камень, у меня есть ребенок, и у меня нет плана действий. Напоминает выживание. О-о-о, это какие-то колючки. Ну давай осмотрим. Раз предлагают. Интеллект. Типа как...
Че ее взять надо, не взять надо, колючку. Как с колючкой взаимодействовать? Лечь. Позвать. Кого? Еще колючки. Такс. Интеллект. Ну, допустим, ну вот эта фигня. Концентрация. Опознаем. Теперь что с ней можно сделать? Взять нельзя, сбросить нельзя. Ой, блин. Так, тут что у нас? Можно что-то взять или как? Вот большой камень есть. Осмотреть, давай. Ну, осмотрели. Интеллект. Концентрация. Опознаем. Запоминаем. Запоминаем, что у нас здесь большой камень. Вот только толку с него, по-моему, как-то не особо. Надо бы похавать, наверное, найти, где вообще мои показатели жизнедеятельности там, ну и прочее. Вот это жрать можно? Какие-то ягоды, давай. Осмотреть. Жрачка? Не? Воняет? Или вкусно? Найдена новая еда! Опа! Плод путерии сладковатой. Ну, то есть, короче, не особо сладкая, а сладковатая. А дай мартышке. Мартышке дай. Че, мартышка не хочет? Ну, а ну вон, он же просит. Ну, дай ему этот. Вы усвоили питательное вещество из ягод, выполнено. Ну, вот еще, а, еще есть ягоды. Как дать ребенку? Ляда ебали, слышите? Нормально, я похавал, и вы сразу жрать начали. Изучить. У нас там еще камень есть. И у нас мартыш голодный, наверное. Ой, блин. Ну давай, давай, смотрим, что же тут еще можно найти. Ну вот эти колючки. Запомни. Типа, я их пока опознать не могу. Ну, и у меня с ними нет взаимодействия. Вот я хочу повзаимодействовать с этими колючками. Что с ними делать? Бросить, осмотреть. Ну, съешь еще. Вон, мартышка просит, а ты сам хаваешь, короче. Как взаимодействовать с этими колючками? Судя по всему, никак. Ладно. Органы чувств. Может, где-нибудь... Пах. Он вроде запах, типа, светлое, что это? Наверное, спать надо ложиться. День подходит к концу. Я как бы похавал. Может, мои мартыши сами находят себе еду? Надеюсь на это. Мартыш, ты как, голодный? Изучить. Мать, во, детеныш, член семьи. Но это мой сын, наверное. Или дочь. Женщина, я к тебе тут поспать пришел. Давай за тобой поухаживаю. Ага, ну и давай спать. Ну а чё спать не ложишься? Лечь, Зет. Давай-ка спать. Утро вечером мудренее. Ну ложись спать, чё ты не хочешь. Ложись, нахер мартышку. Еда, вода, сон. Ну все, на желтеньком. А желтенькое это хорошо или нет? Что-то я не особо поспал, судя по всему. Надо зажать, что ли? Во, время начало ускоряться. 8 утра, проснемся. И пойдем на работу. Холодно. Типа холод. Это мне сны снятся, наверное. Мартышка и крокодил, какие-то обезьяны. А, ну в принципе тут вот, 6 утра уже светло. Так, значит, нужна вода, наверное. Вставай. Пошли пить. Из речки можно пить? Ну. Ну пей. О, зачерпнуть. Хорошо. Осмотреть. Типа моя мартышка даже не знала, что такое еда и питье? Ну ладно. Туповатая мартышка. Пей. Пей. Давай, у тебя обезвоживание. Ну, типа, попили. О, другие мартышки тоже начали пить.
ждали, пока я начну. Цветок. Осмотреть. Можешь, блин, короче, цветок он не хочет ни осматривать, ни изучать. Ну давай цветок отдадим нашей женщине. Женщина, привет. Короче, на тебе цветок. Не надо идти за мной, ждите здесь. Мне вас еще дебилов не хватало. Похаваем, наверное, давайте. А потом уже отправимся в путь. Блин, осмотреть, бросить, вот это бросить, меня напрягает. Схватить. Давай, хавай. Вроде нормально, вроде нормально. Интеллект. Давай, включаемся. Куда еще можно сходить? Это дерево. От него можно оторвать палку. Но типа, судя по всему, палки мне еще рановато таскать с собой. Можно же оторвать палку? Оторвал. Осмотреть. Палку осмотри. Интеллект. Ладно, погнали изучать вообще наш новый мир. Судя по всему, никто мне тут помогать вообще не собирается. Надо было обучение включать. Так, здесь высоковатенько. Ну, еду я нашел. Воду я нашел. Мартышку я нашел на свою голову. Чё у меня за отцовский инстинкт вообще? Палку? Давай, выбрось палку. Это большой камень. С ним я ничего сделать не могу. Надо, короче, еще какие-то нейроны, судя по всему, активировать. Погнали, погнали. Прыгать могу, жрачка есть. Можно еще похавать. Прикиньте, у меня сейчас мартыш на спине сдохнет, и все. Вот есть камень, можно схватить. Можно бросить. Осмотреть. Но осмотреть это не камень конкретно. А как насчет вот интеллектом осмотреть вот то, что у меня в руке? Бить тоже не могу. Ну, бросай, ладно. Текс. Куда бы дальше отправиться? Интеллект. Что у нас здесь есть? Есть вон еще какие-то фиолетовые штуки. Я думаю, наверное, на них... точнее, на вот такие вот... не прямоугольник, это ромбы, да? И надо идти. Запомнили, пошли вот туда. Я думаю, это явно что-то важное, раз оно не квадраты. Я ж не убиваюсь, не убиваюсь, отлично. Погнали, погнали. Смотреть, что там интересного. Что-то пока другой живности вообще не вижу. Какие-то странноватые джунгли. Хоть бы какие-нибудь, не знаю, сороконожки ползали. Так, звука вроде никакого, крокодилов нет. Нам бы на какое-нибудь место переселиться поближе к берегу, потому что джунгли таят опасность. А на берегу и вода рядом, и открытое пространство, значит опасность можно заметить издалека. Так, что это у нас такое? Ну прыгай, прыгай. Ну типа вот и чё. Интеллект. Ну, вызывай интеллект. Тут мартышка, нюх, слух. Давайте понюхаем. Есть где запах? Судя по всему, да, прикол, это красные цветы. Их как-то надо или взять, или... Ну, вот цветы. Ну, бросить. Что-то я ни хрена не понимаю. Вот так вот захочешь эволюционировать, а оно непонятно как. И чё вообще все мои остальные стаи не эволюционируют? Брось. Лечь, органы чувств, интеллект. Ну вот вроде же здесь был... Ага, вот он, да? Ну а как этот цветок подобрать? Я понял, что мне сюда. Подобрать-то его как? Вот он цветок.
Или это выше? Ну, здесь вроде. Ой, блин. Такс. Ладно, вон еще какая-то концентрация. Давайте туда и пойдем. Раз здесь пока достать не могу. Прыжок веры! Мартышко. Не, ну как бы я пока ни разу не умер. А это уже приятно. Но пока и... Ого, тут какая-то болотистая местность. Дайте угадаю, здесь живут крокодилусы. О, я уже их слышу. Кто? Где? Откуда? Да, я слышу. Дождь. Ну, дождь и дождь, и хрен с ним. Нам надо прорваться. Надеюсь, крокодилуса мы ж увидим, что он такой будет спиной на поверхности. Вот что мне показывает это вот, типа, глаз? Типа, я что-то вижу, но я что-то ни хрена не вижу. Давай, залазь сюда. Напугать. Кого тут напугать? Чё-то я не вижу никого. Опа! Вон она, зараза. Вон, зараза, змея. Давай тебя пугать. Она хочет меня... Что-то со мной она хочет сделать. Ага, моей мартышке страшно. Но я понимаю, но что поделать? Тебя змея вроде не кусала? Вроде не кусала. Нам нужно добраться до... Где? До вот туда. Ну, добрались. И чё? Схватить. Осмотреть. Ой, что-то я ни хрена не понимаю. И почему я боюсь? Чего я боюсь? Змея меня вроде не кусала. Типа, мартышка боится воды? Ну, как бы неприятно, но, блин, это реально Silent Hill какой-то начинается. Фу. Ладно, я готов дать люлей змее, наверное. Ну, по-моему, змея не готова и куда-то свалила. Ладно. По сути, что, в принципе, нужно делать, чтобы эволюционировать? Еду я нашел, воду я нашел. По слуху вон что-то слышу, да? Вот типа что-то слышу. А, это запах. Запомнили. Значит, еще можно по запаху определять. Выкинь палку. Типа похавать. Ну давай похаваем. Маленькой мартышке, как обычно, хер. Все, похавали. Вон еще какой-то запах. Давайте, концентрируемся. Там у нас что? Неизвестное. Давайте на этот запах и рулить. Опа! Ё-моё! Ой, бля, тут змея! Тут змея, нахуй! Кытя напала на змею. Кытя, нафига ты съела змею? Новый золотистый саблезубый тигр. Да, он, сука, опасен. Но вряд ли он лазит по деревьям. Хуй тебе, тигр. Поцелуй мою мохнатую жопу. Узкоголовая мамба. Понятно. А кого съесть можно? А, это я тут с собой хавку ношу. Как тебе моя жопка? Вы заставили саблезубого тигра убить узкоголовую мамбу. В смысле заставил? Он типа на нее сам напал. Я никого не заставлял. Ладно, нахер тигра, я понял. Вряд ли я сейчас с ним могу справиться. Смогу. А что меня глючит-то это? Ягоды какие-то были не те. Давай интеллектом посмотрим, куда можно сходить.
Еще посмотреть. Так, там... Там, судя по всему, какая-то растительность. Ладно. Вон еще вопросики. Давай нюх включим. Что у нас по нюху? Ну, вон есть какая-то штука. Опознавай. Запомним. Давайте туда и спускаться. Может, тигра уже нет? Ух, нахер! Да, если падать с очень большой высоты, наверное, я все-таки убиваю. А, у меня перелом! Оу! Тигр, блять. Тигр не ушел. Ну, типа, я старался, блин. Вот так вот, только, сука, начинаешь эволюционировать, а тут на тебе кошка. Ой, на меня сейчас тоже сидит, смотрит кошка. Вот твоя, сука, порода не дала мне эволюционировать. Ну и что теперь? У меня есть вторая жизнь или что? А, опять мартышка. День третий. Ну я понял, короче, вас, ребят. Ну ладно, на этом, пожалуй, буду заканчивать серию на моей смерти. Если вам заходит эта игра, напишите мне в комментариях, и я буду продолжать ее снимать. Если вы напишите, что нет, скучно, бессмысленно, тогда продолжать не буду. Надеюсь на ваш фидбэк. Спасибо за внимание, ребят. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока. Yeah, no, yeah.